«Приоритет «Здоровая семья»» – так называется совместный проект администрации Твери, медуниверситета и областного центра общественного здоровья и профилактической медицины. Сейчас в детских садах специалисты изучают двигательную активность детей, после чего проект будет представлен на конкурсе Российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Подробности далее. В 135-м детском саду участниками нового проекта стали дети в возрасте 3 лет. Сначала малышам надевают поясок с красным монитором. Это актиграф, с помощью которого ведется мониторинг уровня физической активности. Затем измеряют рост, вес детей, проверяют мелкую и крупную моторику. В это время психика ребенка очень пластична. И именно вот в 3 года, в 4 года можно формировать стереотип здорового образа жизни. Это здоровое поведение, здоровое общение, здоровое питание. Проект «Приоритет «Здоровая семья» направлен не только на изучение двигательной активности детей. Родители тоже его участники. С помощью вот такого QR-кода мамы и папы могут оценить состояние своего здоровья. По сути, симптом-чекер, в который встроен искусственный интеллект, с большой долей вероятности в течение 6-7 минут определить состояние здоровья человека. Еще одну часть проекта его разработчики называют информационно-мотивационной. Еженедельно родители получают короткие смс-сообщения, материалы по питанию, профилактике различных заболеваний и другие рекомендации. Печатные материалы размещаются на стенде в детском саду. Это способствует большей мотивации, конечно, на отказ от вредных каких-то привычек. Какой-то такой есть стимул к изменению своего поведения, к заботе о здоровье в семье. Проект, направленный на формирование здоровых привычек, уже поддержали более десятка дошкольных образовательных учреждений Твери. Как считают специалисты, такой комплексный подход способствует укреплению понимания ценности здоровья на уровень семьи в целом и является наиболее эффективным. С 2016 года Тверь является одним из самых активных участников ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». Тверские проекты, такие как ГТО «Шагает детский сад» или «Формула здорового ребенка», занимали первые и призовые места на всероссийских конкурсах. По некоторым направлениям опыт столицы Верхневолжья является уникальным и вызывает большой интерес у коллег из других городов и регионов.